Что за черт? Что за черт? Блять, система не пускает. Меня тоже. Всех не пускает. Все удаляется. Ебать вас за ногу! Вот Сет мудак. Гилфилд, ты же обещал контролировать. Я так и думал. Как, блядь, добыть этого не может? Мне из-за вас кранты, я теряю сотни часов контента. Да, нас тут взломали. Отрубай нас. Отключи с вашей стороны. Не могу. Диск крутится на полную, а доступа у меня нет. Вы создали блядскую форт-бомбу и закрыли мне хоть мою систему. Ладно, Карл, вырубай. Сервак не реагирует на клавиши. Не могу даже сиквил послать, как будто нам клавиатуры залочили. Так, ебать, Швар, я не могу решать проблему и разговаривать с тобой, поэтому... Не смей, сука, трубку бросать! Как, блядь, Сет это провернул? Ну, ты сказал, он безобиден. Выходит, ошибался. Он, видимо, зашел под рутом, как будто он в доме и съедает нас изнутри. Заткнитесь, блядь, вас ебать, я спать хочу. Ты какого хуя закурил на презентации антитабачной программы? Вот нахуя ты это сделал, нахуя? Особая случай. В комнату пиздуй! Блядь. Сет стер нас нахуй в порошок одной левой, а мы ничего не можем поделать! Остановись! 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 Больше не удаляется. Эй, Ребзя. Кажется, дело вот в чем. Какого хуя? Опять началось! Нет! Поднимите! Бутылка Трескома стояла на кнопке «Удалить» с самым уголком. Она оказалась прямо на клавише. Не очень хорошо. Но все разрешилось, держи. А я, пожалуй, пойду.